Многие вещи в городах вдруг стали абсолютно нелогичны. Например, нам всем кажется, что расширение полос, строительство эстакад и новых уровней должно разрешить проблему пробок. Но нам также очевидно, что пока что это нигде не принесло желаемого результата, потому что дорожное движение создается не количеством машин, а количеством поездок и общей их протяженностью. Так что выходит, чем больше дорог вы делаете, тем хуже становится движение. Единственный путь борьбы с пробками — это ограничение использования автомобилей. А самое банальное решение по ограничению использования автомобиля — это ограничение парковки. Люди отчего-то считают, что парковка — это едва ли не фундаментальное право человека, которое необходимо включить в устав ООН. Например, в нашей Конституции много прав. Право на жилье, право на образование, право на медицинскую помощь, но я так и не нашел там право на парковку. Я не видел ни одной Конституции, в которой было бы право на парковку. Так что если вы спросите меня, где вам парковаться, любой мэр вам ответит. Вы же не спрашиваете меня, куда вам класть еду и одежду. Это не проблема правительства.